Подобные меры поддержки бизнеса дают результаты. К 2022 году число зарегистрированных в качестве самозанятых граждан в России достигло 4 миллионов человек. За время действия специального налогового режима их доходы превысили 882 миллиарда рублей. Ежедневно в качестве новых плательщиков налога на профессиональный доход регистрируется более 7 тысяч человек. В Тверской области зарегистрировано более 20 тысяч 300 самозанятых. Много это или мало? Налог на профессиональный доход ⁇ это специальный режим для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, который позволяет платить с доходов от самостоятельной деятельности налог по льготной ставке 4 или 6%. Многих привлекают такие условия, но есть и подводные камни. Люди хотят быть уверены, что государство в будущем не изменит условия выгодного налогового режима. Опасаются не получить достойную пенсию. При этом лишь очень немногие самозанятые платят взносы в социальные фонды. Также возникают сложности и при получении банковских кредитов. На сегодняшний день самозанятые быстро находят работу с помощью цифровых платформ, но сильно зависит от экономической конъюнктуры. Как не уйти обратно в найм, столкнувшись с трудностями? Как избежать проблем с недостаточностью? информированностью. Порой самозанятые не знают о возможности получить поддержку от государства, которая может быть предоставлена при выполнении ряда условий.